prototype has to die. For this. For everything. Блин, это просто офигенно. А вот и Кэтнэп. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И сегодня мы с тобою поглядим новенький трейлер. Официальный вышел. Poppy Playtime. Глава третья про Кэтнэпа плюс геймплей, ребята. Так что берите что-нибудь вкусненькое, также еще его разберем. Погнали смотреть. Так, ну это, по-моему, как вот, знаешь, отрывок старого вот. Потому что мы это с тобой вроде как видели. Вы смотрите новости, что такое? Противогаз. Ай, целая банда их. Что это, блин, такое? Is bigger than all of us. I need you. So we can get revenge on those monsters who tortured you. Who tortured us. Офигеть. We're coming! Just hold on! Prototype has to die. For this. For everything. Блин, это просто офигенно. А вот и Кэтнэп. Вот этот кот дрема. Глава третья. Глубокий сон. Ребята, боже мой. Ну, уже немножко осталось, ребята. Уже немножко. Скоро, уже скоро выйдет третья глава. Ну что же, погнали разбирать. Давайте посмотрим. В общем, старый трейлер. Плюс, ребята, а давайте включим озвучку. Да, включим сейчас озвучку. Это поглядим. Когда вы смотрите вниз и наружу, вы можете нахмуриться и пройти мимо. Это. Перевод, конечно, идеальный, ничего не скажешь. В общем, алерт-систем, ребятки, все понятно. Следующее сообщение предназначено для всех сотрудников компании Playtime Company. Так, ну тут, кстати, хорошо перевелось, ребята. И вот смотри, просто погляди на это. Что это нафиг такое? Так, мы видим Поппи. Мы видим, ребята, Поппи. Вот она. Такое чувство, как будто это, знаешь, это особняк. Чисто ее домик, скажем так. То есть она сюда, возможно, нас и приведет. С этого может все и начинаться. Дай бог, Поппи будет именно хорошей, да. Ну, мы, в принципе, увидели. Смотри, какой бочонок, смотри. Да, это очень важно, конечно. Бочонок, это почтовый ящичек вот этих вот. Так, тут у нас как бы уже идет приют. То есть, видишь, да? Блин, капец, тут разруха. Различные головоломки, естественно, будут. Все понятно, понимаем. И, наконец-то, показали противогаз, ребят, да. И как он будет работать, но это чуть позже. Блин, ну это шикарно, это, конечно, замечательно, что он не просто так. Мы все думали, зачем, для чего он? Кот дрема, так сказать, родной. Собачка, слоник, ребята, Мишечка, боже мой, Чика. Зайчик. Ну, в общем, блин, свин вообще прикольный, тоже мне очень нравится. И, кстати, заметь, вот чисто на заднем плане, то есть смотри, что у нас с Броном, то есть как будто, знаешь, их подвесили нафиг. То есть старые игрушки, вот оп-оп, все. Главное, новые тут. Ну, это, такое, кстати, бывает, ребята, знаете, когда играешь старые игрушки, потом новая какая-то появляется, все, ты только снова играешь, но про старые не забывай. Тут прям показано. Вот что. Вот в чем дело. Кошачья Кэтнэп, твой друг, написано, да. Пожалуйста, займите ваши
короче, койки до какого-то протокола. Мята. Прототип — это его... Блин, ну неужели это и есть прототип, ребят? Вот кто разбирается, кто знает, напишите. Это же жесть, это просто... Что это? Пиджей, пиджей. Пиджей тут у нас все-таки кое-кого сожрал. Ты погляди, ты просто погляди на эту довольную морду, а? Ну, слушай, это жестко, это прям жестко. То есть чисто сделан такой прототип. Ну, погоди, а где рука? Ну, в плане, это да, я понимаю, что это рука. Это вообще рука длинной мамочки. То есть смотри. Это жесть. Неужели вот эта вот фигня будет действительно шевелиться и за нами гнаться? Ну, неужели? Боже мой, вот единорожка, да, получается? Это Бонза, это что ли? Или это именно тот... Собачонок, боже мой, тут погляди просто, кого здесь только нету. Вот это-то что такое? Это что за крыса или что? Ну, Пиджи, конечно, вообще дает. Ладно, окей, окей, но больше всего меня вот напрягает чисто рука мамочки. Это жесть. И вот что он делает с еретиками. А что здесь? Погоди, как будто, знаешь, как будто какой-то тут челик чисто прикован, да? Как будто вот чисто за решеткой, и он чисто вот так вот прикован. Хм. То, что происходит... Эти дети голодные. ...будет здесь внизу важнее, чем все мы вместе взятые. Вы мне нужны. Так мы сможем отомстить тем монстрам, как... Дети спасены. Блин, ну посмотри на эту головоломку. Я прошу прощения, ребят, еще до сих пор болею. Поэтому так. Конечно, еще тоже разговариваю. Блин, когда уже... Ё-моё... Выздоровеют. Нет, погоди, 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 погоди. Вот я вот это вот, я просто вот смотрю на это, то, что они еще будут так... Нет, ну, возможно, это даже будет легче. Потому что я помню, когда первая головоломка была, ой, капец, мы там потратили, ну ладно. Монстрам, которые мучили вас. А вот это, наверное, и есть кэтнэп. Смотри. Он странный такой... В плане, знаешь, почему он такой прям длинный, высокий-то стал? Вроде так он такой же не был. Какого фига? А тут что происходит? Так, киси-миси. Киси-миси, ребята, попи. Притом самое забавное, прикольно то, что, возможно, мы именно будем с ними ходить. Это очень круто сделано. Она прям на спине у киси. А что происходит? Погоди, я вот не могу понять, как это все движется. Это, наверное, знаешь, это типа лифт. Это, наверное, лифт, вот, и мы чисто... Которые мучили нас. Видишь, поднимаемся. Какой-то телефон. Мы уже празднуйте. Идем. Просто держитесь. Да-да-да. Должен умереть. Из... Реально, она говорит про прототип. Из-за этого. Так, что у нас здесь также происходит, ребят? Давайте поглядим. А, ну это, по-моему, да, вот это собачонок, короче, из новой серии, скажем так, довольный, счастливый, да? Это он. Угу. Да, он чисто будет, короче, гнаться. Тут тоже так же сломанная, это вообще би, по-моему, пчела, да? Угу, залетаем. Ты жесть, ты просто погляди на него, ты просто погляди на него. Какой он, зараза, высокий. Ты же просто жесть. Слушай, ну... Меня, конечно, больше всего тревожит чисто вот этот прототип. А где тот прототип? Или их много, разные виды? Потому что я, знаешь, я ожидал, когда вот сказали прототип... Что там именно будет рука вот эта вот. Ее тут я нифига не вижу. Но это просто жесть. Намотанные игрушки. Даже, блин, даже человек тут вот что-то забыл. Но это же жесть. Есть, ребята. Погляди на это, а. Я прям не могу, ребят. Это его брат. И вот что он делает с еретиками. То есть вот чисто он как будто, знаешь, пытает игрушки. Просто еретики. Просто запирает. Вот я не могу разглядеть, ребята, вот к сожалению. Вот то, что там происходит. Здесь внизу важнее, чем все мы...
Новая перчатка, да, ребята, новая перчатка. Можно будет отталкиваться, это понятное дело. По телеку Хаги, наш красавчик. Как мы сможем отомстить тем монстрам, которые мучили вас? Которые мучили нас? Ну ладно, главное, что Поппи хорошая. То есть это прям очень важно, ребят. Мы уже идем. Просто держитесь. Прототип должен умереть. Из-за этого. Из-за всего остального. Блин, это, наверное, самая лучшая глава будет. В общем, ребят, ну, в принципе, все. Что тут еще разбирать? Да, мы многое там поглядели. В общем, ставь жирненький царский лайкосик, залетай в Телеграм, это очень важно. Как только выйдет видосик, третья глава, ребят, вы узнаете именно в Телеграме первыми. И также расписание там тоже выходит, так что жду тебя там. На этом все. В общем, капец, ждем. Бай-бай, дорогие братья.